Так, друзья, сейчас быстрая пауза исключительно для тех, кто увлекается ставками на спорт. Наш партнер – букмекерская компания «Пари», которая поддержала канал и его развитие, за что им огромная благодарность, увеличила бонус для новых игроков до 5000 рублей. Бонус доступен по промокоду SPORT24. Ты сможешь ставить на любое событие из мира ММА в лучшем приложении к спорту. Ссылка находится в закрепленном комментарии. И всем удачи! Мухаммад, ты задал мне вопрос, и, безусловно, подобное поведение, оно неприемлемо. Это неуважение к аудитории, к нашим зрителям. Нарушение подобных контрактных обязательств, это уже не про спорт. Но правильно ли я понял, что через полтора часа ты готов встретить Шокова здесь, в октагоне? Да, и у него еще есть полтора часа. Как вас зовут? Фатима, ваш муж настоящий мужчина. Вот, братик, женатик, я жду, честно, если возможно, давайте делаем это через час 30 минут. Я никогда жена с собой не забрал. Но я хотел показать, кто тут главный. Ну, настоящий чемпион. Я думаю, я уже выиграл за тобой и показал. А если нет, давайте за мной выспал. Этот бой, я думаю, ты выиграл уже, безусловно. Но у нас сегодня присутствует еще один достойный сын с
своего народа. Человек, которого я безмерно уважаю, это Лассет Мамиев. Боец, который готов на 12-часовом адреналине выйти и спасти Мамиев. Давайте поприветствуем его аплодисментами. Лассет, спасибо тебе огромное, что ты в этот вечер с нами. Многого стоит, это ответственное решение. Я знаю, что ты человек спорта. Твоя жизнь — это спорт. Ты постоянно в тренировочном процессе, в весе. И ты не думай. Вчера уже в ночи принял мое предложение подстраховать этот бой. Скажи, что для тебя это было, все? Всем ассаламу алейкум, приветствую всех. Сейчас Артур оказался в трудной ситуации, я хотел помочь. И у меня есть история. Эту историю мы зашли, как два спортсмена в клетке. Закроем эту историю, подеремся, и будем перед нас сильнее. На этом вопрос закроется. И обрадуем, я думаю, всех зрителей, которые мы собрались и заплатили деньги за эти билеты. Это правда, друзья, ваша фамилия! Давайте мы сказали, друзья. У нас есть история с ним. И закрываем вот то, но уважение тебе, который сегодня вечер дал мне историю лица сегодня. Красавчик. Друзья, что скажу? Встречайте Ахмеда Красного